масштабных реформ для запуска. Кыргызстан должен стать островком возможностей, где каждый желающий может найти партнеров для сотрудничества во всех сферах и успешно реализовать все амбициозные проекты. Председатель Кабинета министров Акылбек Джапаров принял участие в международной конференции по государственно-частному партнерству. Глава Кабмина подчеркнул, что сегодняшние показатели республики в различных международных рейтингах являются одним из основных ориентиров реализации реформ. Сегодня страна, согласно оценке независимой компании The Economist Intelligence Unit, занимает 22 место из 69 стран с переходом зарождающей на развитую стадию развития государственно-частного партнерства. Глава Кабмина продолжил, что ключевым фактором стремительного увеличения количества проектов государственно-частного партнерства, а также осведомленности среди населения и бизнес-среды стала новая редакция закона о государственно-частном партнерстве.